привет, картингисты, картинг пипл, приветствуют вас. И мы находимся АСК Атрон в Рязани, где пройдет четвертый этап Кубка РАФ серии Rotax Max. Приехали мы вчера, то есть сегодня у нас среда, 24 июля. Мы приехали вчера вечером, во вторник, расположились в боксе. И сейчас вот время полдень, 12 часов, и идут тренировки класса Rotax Max. Микро в данный момент происходит. Идет дождь. Дождь шел всю ночь, и сейчас небольшой дождик также продолжает идти. Судя по прогнозам, дождь будет и завтра, и сегодня весь день. Поэтому будем кататься и пробовать свои силы в дождевой резине. Нам снова пришел новый друг. Вот сейчас этот котик кушает гречу с сосиской. Такой ласковый. Сейчас он покушает и будет, наверное, здесь не совсем у нас останется. Да, мой сладкий? Да. Маленькая мышка, ты что над ней издеваешься? Она пи-пи-пи уже, видишь? Киса. Вот так. Бедная мышь, она уже ее задолбала. Да. Она все уже. Сожри. Да, ты ее хоть, ну, прибей, что ли. Что она пищит-то у тебя? А, нравится тебе, да? Игрушечка нашлась у тебя, да? А? Ай-яй-яй. Трасса сухая. Едем по суху. Одну тренировку проехали. И жизнь налаживается, как говорится.
Доброе утро. Сегодня суббота, 27 июля. Начинаются официальные тренировки. Вот сейчас в данный момент уже идет тренировка Rotax Max Mini. И 32 Rotax ждут первой официальной тренировки. Поначалу было около 36 заявок. Били вчера, катались уже по группам на тренировках, на две части делились. Сейчас все-таки сделали тренировку общую на 32 человека. Маршруту Дмитрий Евсенин, город Рязань.
Сергей, генеральный директор ООО «Авиагамма», руководитель серии «Rotax Max Россия», Андрейчук Владимир Николаевич. А у нас еще география расширяется. Есть пилоты из Хабаровска, есть пилоты из Прибалтики, есть пилоты из Беларуси. И давайте дадим им слово, спросим, как им у нас в России. Расскажи. Это тебе в России? Спасибо. Пилот из Беларуси, что нам скажет? Нравится, другому классно. Что-то еще хочешь сказать? Говори. Видите? А то у нас из Хабаровска. Руку не берите, это вот-вот. Скажем? Идем сюда. Идем, не стесняйся. Скрутся, ну, что из Хабаровска. У нас круто все происходит, ясно и понятно. Разрешите церемонию соревнования считать открытым, гимн России. Равнение на флаг. Кельчик, Туриев, Травников, Кулаков, Косарев, Хорошун, Рожков, Ефимов, Светко, Трешин, Долотов, Кочев, Череп, Галкин, Луценко, Щуров, так, это Кандабаров, Добровольский, Штотланд, Шлинговская и Сизова. Кельчик, Мавланов, Заикин, Косарев, Пряткина, Хорошун, Ефимов, Матвеев, Рожков, Штум, Кочев, Сизова, Шиманчук, Шеленговская, Череп, Симонова, Галкин, Квашнин, Иванов, Штотланд. А, нет, Иванов, вот, значит, не Иванов. Нет, фиг знает, кто тогда. В таком порядке. Так, юниоры выстроились на предфинал.
вышли из строя выхлопная система. Сейчас его будут остановят черным флагом с красной точкой. Это техническая неисправность. Он будет должен заехать в зону механиков для ее устранения. Оп, атака. Атака, атака, небольшое касание, удар, но я думаю, что губа-то подслетела бы. Как я правильно угадал, в этой группе идет борьба за пятое место. Вышел на обгон, атака, атака за четвертую позицию, прошел. И теперь приближается к пилоту, занимающему третью позицию. Да, атака, атака, остро, остро, обгон. Нет, нет, обгона не будет. Не пускает, не пускает, защищается, но, блин. Да, обгон был. Не пропускает третий, двоих вперед. Картинг как космос, ошибок не прощает. Сход, кто-то сошел. Эх, мир отсюда. Сход, не вижу, кто сошел, не знаю фамилию. Не сошел, вылетел, он просто стоял, разобрался и поехал дальше. Борьба, острая борьба. Финиш, финиш. Тоже занял в этой столь сильной борьбе третья позиция. Юниоры ждут старта финала. Третий, второй. Дуконя, Рябов, Мецкер, Поченков, 74, это кто у нас? Виолентий. Потом Ерошин, там Малышкин, по-моему. Да, у Быкони сразу отрыв. Так, давайте считать. Так. Так, Федор Быкони, Рябов, Емецкер, Виолентий, Поченков, Ерошин, Балдин, Малышкин, Бузенцев, Быкони. Пять. Да. Кудрявцев в первом заезде потерял трубу выхлопную. Да. Георгий Кудрявцев прорывается с последних мест. И уже на хвосте там у Алакьердова и 86-й. Не буду врать, как зовут паренька. Сейчас посмотрим.
Лафьердова. Да, Лафьердова прошел Кудрявцев. С отрывом. Последние повороты. Рябов, Мецкер, Виоленте и Починков. А! Вот как надо радоваться победе своего пилота. Вот так вот, как это делают. Обходит Машу. Лиза, поздравляем с днем рождения. Спасибо. Желаю счастья и здоровья. Успехов, побед и всего-всего. Буду стараться. Там и третий подъехал. Все, встал. Все готово к старту в классе Rotex Max. Starting people аппарата. Видишь, меня поджимает, видишь? Давай, Максик, давай, Максик. Да, всем им, все первый заезд, они все время с... фальстарт. Или не фальстарт? Больно сильно. Да я не пойму. Они руками замахали. Как будто дали. Может, не дали. Каждый борется сам с собой. Так, попытка номер. Вообще, да, вообще, вот Даня, молодец, красавец, давай, 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 всех нас, всех обманул. 54-й, Даня, какого хрена, вы что творите, блядь? Какой такой был вообще? Я не знаю. С
зеленые. Ну, они что-то махнули, а вроде бы не махнули. Ну да, что-то замахали, а так ты, ну, зеленый флаг. А где турист? Зачем так? О, а вот смотри, что делается. Что делается? Что делается? Вау! Травников улетает. Ой, 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 ой. Это сыр-бор. Это сыр-бор. А нахрена он тогда вообще дал старт? Товарищ Кравченко, вы что делаете, блядь? Да? Это бред. Красные флаги и заново все нахуй. Короче, все лидеры Туриев удачно выскочил, да? Да. Ну, не проебался, но ну, так. И Кельчик остался нормально. Да ну нафиг, что-то какой-то этот. Что-то я со стартом вообще еще не был. После старта ехали половина руки, руками. Вы руки махнули, да, что этот? А как Ефимов-то оказался там в конце? Да так, остановился он во всей куче. Как выдавил. Блин. Ай-яй-яй, что такое? Ломил что-то себе. Все наделал. Да ну нафиг, да. Уже был, всю компанию там объехал. Что у нас тут получается? Мавланов, Хорошун, Туриев, Череп, Екельчик, Косарев, Матвеев, Кулаков, Штумп, Кочев, Галкин, Луценко, Рожков, Долотов, Шлинговская, Отрешин, Щуров, Травников, Симончук, Сизова, Светко, Симонова, Кандабаров, Трофименко, Ефимов, Квашнин, Штотланд, Добровольский. Все смешалось. Вообще просто вилы какие-то. Че, финиш? Давай, 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 давай. Тормозил. Ничего, ничего. А это все так и потерял. Вот это. Да все. А он же убрался, улетел. Вон Лиза. Вот Ефимов. Ну, обошел опять этим. Информация. Я не поняла, почему за этот старт типа поехали все. Надо было и выехать. Да, мы все формироваться начали, потом поехали. Заикел начал формироваться. А Заикел начала его банда. Там Мавланов формироваться начал. В смысле, Мавланов первый уехал со старта. Да, он был третьим, он уехал второй, он единственный, кто не начал формироваться. Там Рожков начал формироваться передо мной. Офигеть, мясо было. Банда начала формироваться.
А все остальные об них там тунг-тунг-тунг и тоже начали. Группа синий выехал. И на 48-й руку поднял, типа, все равно тормозит. Максим, бру его, бррр, все объехали, блин. Чудо старт был, да? Да, блин. Чудо старт, просто не видно. Мне кажется, я вообще ни разу не видел. Ты, говорит, как номера, говорит, запомнил, говорит. Я говорю, да, говорит, каких номеров я даже, блядь, цирки не видел. А, что, одно слово все говорят. Цирк, цирк, цирк. Цирк. Там что вот было, как бы это, видит, что поехал, кто-то помчался, ну, красный флаг показали. Я вот не против перезаезд. Ну, желтый какой-нибудь, да, опять там, ну, перезаезд. Ну, вот один из вариантов. Вот просто взять и перезаезд. То есть вот этот финал, который будет сделать перед финалом, потом еще один финал. Решающий. Причем старт по этим, да, по квалам. Нет, почему? Нет, сейчас снова стартовать как по хитам, да. Ну, потому что, ну, реально. Да, реально, просто сейчас взять все вместе протестов нахрячить, блядь. Силы, да, силы, расстановки сил, другая. Первым приехать, в голове приехать, те и приехать. Ну, как бы они там и остались, да, все. Бля, ну надо отдать должное, они быстрее всех ехали, правильно? То есть там не оказалось в жопе никого, кто ехал на удовольствие. Так там отстрелили, потому что как погнал первый. Хорошо, Маланов, Якевич, все они там. Все они там, эти быстрые пилоты. Радиатор отвалился, блядь!
радиатор держишь одной рукой. Да. На старте, но это ничего страшного, механики завели. Возможно, сейчас руководитель гонки даст дополнительный круг, но проблемы у него возникают и сейчас. То есть какая-то проблема возникает. У него была проблема и на прогреве. Вот такая же сегодня, он в этом же месте остановился. Но
скорее всего, что он не сможет стартовать. Остальные пилоты готовы к старту. Разгоняются. Разгон. Старт дан. Дан старт. Первый поворот. Первый Шкатов Андрей. Второй Березкин Илья. Третий Чернега Данила. Первого поворота. Шкатов, Березкин, Чернега, Паховский, Раке, Лунин, Толстов, Русев и Хорошун. Отлично. Так, в принципе, ребята все распределились по своей квалификации. Чернегов прямо вплотную подъезжает к Березкину. Прямо видно, что на прямике. И съедает его. Съедает. Атака была... Нет, не прошел. Была атака на Березкина у Чернеги, но не прошел. Он не смог пройти. Так, а Раке отвалился. Когда-то там что-то произошло. Я не заметил. Березкину все-таки в течение 3 дней попался нормальный двигатель, перебрали кучу всяких запчастей. И мотор, видимо, все-таки поехал. Раке атакует Ваховского. Но нет, Ваховский пытается отбиться. Посмотрим, получится ли у него отбиться. Пока отбивается. Кто на невыгодной. Так, очень плотно. Раке и Ваховский. Ваховский все-таки отбился. Чернега постоянно прессует Березкина. Постоянно. Нет, не получается. Борьба за 5-е место между Ваховским и Русевым. Тоже имеет место быть. Но здесь в первых рядах все-таки интересно. Интересней. Так, Березкин выходит на обгон. Посмотрим, что будет. Березкин выходит. Нет, не получается обогнать. Чернега атакует Березкина. Очень сильно атакует. Проезжает Березкина Чернега. Чернега выходит на вторую позицию. Березкин пытается отыграть свою позицию. Шкатов немного отъезжает. Лунин далеко. Остальные тоже не очень хорошо. Борьба. Оп, Чернега вышел на Шкатова на обгон. Обошел Шкатова Чернега. Чернега агрессивен. Агрессивно настроен на эту гонку. Агрессивно настроен. Шкатову надо возвращать свою позицию. Как же. Так, атакует Чернегу. Шкатов объезжает его. Молодец. Чернега контратакует. Объезжает опять. Какой поединок, а? Так, Шкатов заезжает. Не было бы контакта. Так, готовится финиш для пилота. Для первого, кто идет на первую позицию. Пока на первой позиции идет Шкатов Андрей. Город Рязань, он кроется. Закрывает траекторию для обгона, но, возможно, он не сможет противостоять. Так, закрывает. Что Чернега? Чернега нет, не смог. Шкатов кроется. И на него наседают сразу два пилота, Чернега и Березкин. Это очень серьезно. Так. Ну что, будет атака после в повороте? Ну, Шкатов кроется, конечно, сильно. Видно, что шансов он не оставляет при правильном... по стандартному развитию обгона. Нет, я думаю, что не получится ребят обогнать Шкатова. Все приедут так же, как и есть. Да, нет, чудо не случилось. Шкатов, Чернега, Березкин финишируют. За ними Лунин, Раке, Русев. Хорошун. Ваховский. Что-то случилось у Ваховского. Он очень сильно отстал. Он раздосадован своей неудачей. Ну что ж, я думаю, что он справится с своей неудачей и во втором заезде покажет, на что он способен. Так, второй заезд класса Ротас Макс Микро. На первом месте у нас Шкатов Андрей. На втором месте Данил Чернега. Илья Березкин. Хрустальный. Лунин. Сергей. Город Армавир. Раке Доминик, Москва, Русев, Сергей, по-моему. Сергей? Семен. Семен. Русев, Семен, город Москва. Хорошун Иван, Толстов, Тимофей, Фаховский, не помню. Георгий. Милентьев. Егор, отлично. Сейчас просто раз монитор не работает, я обычно по нему смотрю. Все ребята приготовились, все ребята сосредоточены. Так, давай.
видели, и ребята выехали на установочную. Так, все, поехали. Доминик Раке, проблема какая-то, проблема с пуском двигателя, это бывает. К нему бежит механик, который сейчас поможет, ему поможет. Проблема есть. Вот, запуск произошел, все нормально. Теперь Доминику надо догнать свое место, которое до красной линии, он имеет право встать на свое место. Так, посмотрим, сейчас будет ли старт. Старт был, как я понял. Отлично. Так, со старта ушли Шкатов, Березкин, Чернега. Четвертый у нас Доминик Раке. Хорошун Иван. Так, что-то с Луниным случилось. Он прямо на старте все пропустил. Всех пропустил. Теперь он на восьмой позиции. С четвертой-то, да. Это фиаско, братан. Это фиаско. Лучшее время круга показывает Андрей Шкатов. Но это не помогает ему оторваться от преследователей. Березкин плотно за ним сидит. За Березкиным Чернега очень плотно. Раке отстал. Отстал и отстает. Но первая группа от него отъезжает. Нет, Шкатов потихонечку отъехал. Но сейчас посмотрим, что будет предпринимать Чернега на прямике. На прямике у них Березкин приблизительно одинаковые моторы, но Чернега быстрее. Атака Чернеги. Так, смотрим, чем закончится. Объехал. Опережение. Данил Чернега объехал Илью Березкина. Илья что-то отстал даже. Видимо, от внезапности атаки. Итак, первый Шкатов. За ним Чернега, Березкин. Группа. Еще одна едет. Это Ваховский, Лунин и Милентьев.